До выборов в Государственную и областную думы остается меньше недели. Наши корреспонденты спросили у мурманчан, какие проблемы власть должна решать в первую очередь. Наверное, поликлиники в порядок привести, я думаю. Да? Детские, чтобы было доступно людям. Для города? Для города, наверное, нужно провести, я думаю, как намного честнее выборы, чтобы они были. Вот поликлиники, конечно, надо побольше специалистов, медиков, чтобы как-то были все специалисты. Когда приходишь в поликлинику, они по 2-3 часа там тот работает, туда бежит, туда разрывается. Вот так вот. Дороги и поликлиники сделать, все правильно. Чтобы поликлиника была детская и взрослая. Как они остались, так и должны они быть, эти поликлиники. Они должны их формировать в одно целое. Благополучие, здоровье людей. На самом деле, на самом первом месте. А все остальное уже сделается, если люди будут здоровы. Оборудование возможно поменять какое-то там новое, закупить еще что-то. Поменьше платных услуг, там стоматологию сделать в поликлиниках, например, бесплатную, более качественную, в общем-то, не более. И даже тот же самый театральный бульвар наш очень давно ждет ремонта, просто напрашивается.